Маленький такой просветик. Вот такой вот просветик у нас. По заводу мне чем нравится, в отличие от таких, ну, чуваков на навороченных джипах, короче, они эти тазики знают вдоль и поперек. Видишь, он сам все разберет, сам все сделает. Как в Китае люди по горкам-то ездят вообще? Пакетики пассажирам раздал? Да. Да, нормально все, да? В центральной России приближаются холода, и в связи с этим пришла пора заменить покрышки на зимние. В первую очередь, конечно же, я забочусь о своей семье и меняю колеса на машине, на которой ездит моя дочка и жена. Зимние шины я выбрал Кордиант Snow Cross 2. В наши непростые времена покрышки должны быть не только качественными, но и доступными по цене. Ведь уверенность на зимней дороге могут дать шины, у которых хороший микрорельеф. Вот именно такая смесь используется в покрышках Кордиант Snow Cross 2. Они цепляются за лед и снег не только шипами, которые, кстати говоря, закреплены по инновационной технологии, но и самой поверхностью резины. В тексте под роликом вы найдете промокод на скидку. Помимо этого, всем покупателям доступен бесплатный шиномонтаж. Обратите внимание, что предложение ограничено. Я пошел устанавливать колеса. Ну а вы продолжайте смотреть интересный выбор. Друзья, всем привет, с вами Алекс, вы на канале «Не тормози». Очень много людей просило нас еще разок выгнать космича на тракторах в бой. И сегодня мы его сравним с истинными конкурентами, с тазами. Парни, советы нужны? Сколько делаешь давление? Слушай, делаю где-то, ну, полтора, один, два. Тут и так дорожный просвет маленький спереди, чтобы он все подписчики не спрашивают, нафига спускать передние колеса, если они не ведущие? Блин, а по бездорожью попробуйте на двух очках покатать, зубы выплюните. Сразу очень жесткая подвеска страдает. Делаю, чтобы мягче было, просто кататься комфортно. Задняя сколько? Задняя килушка, килограмм. Так, ну здесь сильно травить нельзя, так как просвет страдает. И прокрутить может их. И, да, может камеру провернуть. Это разбортируется, не разбортируется, потому что камеры, но может провернуть. Сзади, для справки сразу, чтобы было меньше вопросов, резина фирмы Оска, сельскохозяйственная, это резина от мотоблока. Размер у нее 6,5 на 80, на 13 диск. Подходит на жиговские обычные диски 13. Очень классный вариант для таких сельско-деревенских покатушечек. Картину им испортили. Сейчас такой раз рафтик на картине с москвичом дорисует. Так, первое препятствие — грязевая колея. Посмотрим, кто по ней проползет. Так, Веста прошел. Так, посмотрим, что будут делать остальные. Тойота, давай. Так, на грани. Тойота Волга. Давай. Вот это да. Второй Волгарище. Вот это хреначит.
Так, Веста, еще одна. Прям плюхнулся. Ох, Октавия. Если есть эта Октавия, значит, будет весело. Полноприводная BMW пытается свалить куда-нибудь из этой колеи, но не получится. Не получится никуда тут далеко свалить. Нужно проезжать любой ценой. В разрезик пытается. Оп, попал! Попал! Хотя не, его стащило куда-то в сторону. Так, Lada X-Ray. Много сегодня интересных, действительно интересных машин. Итак, тазы! Тазы самые лютые, самые наши любимые. Так, Веста. О. Все. Классно, проходит. Так, ну что, друзья, приехали мы на полигон. Сегодня много тазов. Сегодня у нас в программе грязючка. Будем подниматься в крутые грунтовые подъемы и в песочные. В общем, сегодня будет очень круто. Сегодня есть даже Волга мощная. Так что класс. Так, я на Рафе включил грязевой режим. Четырка пробует. Сейчас посмотрим по первым участникам. Возможно, откорректируем разгон. Дай вторую. А, блин, ни хрена себе. Даже сюда долетело. Он распробовал вторую. Ой. Не. Не. Обидно. Конус надо немного переставить, давайте будет отсюда. Сколько у тебя лошадей, табун? 119. Нифига себе, на два тазика хватит. Ну да. Класс, давай, все, прям черри. Давай, доехать бы до горки, давай. Давай. А тазики-то рулят. А ты на первой, на второй? Давай вторую, вторая попрет, вот лошадей у тебя. С первой тронулся, вторую в пол. Держи, держи, держи. Ну что такое, а? Итак, Космич. А ты вообще без разгона, да? Да. Ты без разгона? Ну, у нас вот так и все. А, не, я уже отодвинулся. Ну, давай без разгона. Зайдет. Итак, трах. Я хотел по колее попробовать. Давай по колее. Там дорожный просвет-то маленький. Интересно. Маленький, маленький такой, да, просветик. Вот такой просветик у нас. Зависли я так наверху или нет? Давай, интересно. Попробуй. Вот они трактора. Вот они трактора прут. Ать, проходимые тачки. Ну, блин, бампер. Низкий бампер. О, тормоза держат, смотри. Очень низкий бампер у Авенсиса. Я отключил это СРС. А, давай, отключай. Автомат? Не, механика. Механика. Мотор какой? Два. Ух ты, мощный. Тут на второй можно. Но разгон, блин, не взять. Надо снимать бампер. Не, слушай, с этой штукой было лучше. А у тебя Крайсер или что? О, Крайсер, все, сейчас заедешь прям вообще. О, надо бампер задний не оторвать. А-а-а. Вот сейчас будет прям... По-моему, разземля шевелит. Потихонечку. Разземля шевелит. Ох, прошел. Слушай, вторая нужна. Зашел, класс. Первый таз заехал. Красавчик, смотри, так, заехал, да? Немецкий таз полноприводный, сейчас посмотрим. Ой-ой-ой-ой. Очень-очень. Давай в разрез и очень аккуратненько, очень аккуратненько. Да-да-да, как Волга. И очень. Народ, глядите бампер. Народ, бампер поглядите у Бэхи. Разрез потихоньку. Проходит, проходит. Отсюда видишь? Ты-то откуда знаешь? Нормально? Нормально. Да. Сейчас скоро нормально пойдет. Вот, ты разогнаться решил, нифига себе. Вот. И потихоньку трубой прям. Не сдал. Не
Че там, не сдал? И кричит инструктор. Тихонько, тихонько. Оп, не, прям горка для BMW создана, прям идеально проходит. Да. Это BMW надо, типа, демонстрацию оффроуд режима делать, ну, вот на такой горке, а ровно под BMW, короче. Ну, типа, Жигули раз таки не заезжают, а BMW раз таки заехала. Она на порог легла, да? Не, на днище. Вон, середины, видишь, коснулся? Легла, ровно. До середины, не порогом, середины. Мне прям сердце кольнуло. Он днищем ударился, это днищем. Да нормально, тут ровная, ровная горка. Днищем. Я тут на Туреге чуть не перевернулся на тесто. Судя по следам, он в песке, по-моему, да, тренировался уже? Да, да, да. Сыпется везде. Сыпется песок. Топки, топки. Ух ты. Вот это... блин. Зачем они так делают? Мне прям больно. Крепкий бампер. Второй пошел. Давай. Тормози! Ты что, Андрюх, подхалтуриваешь, пассажиров катаешь? Подхалтуривает. А что дома стоит? Просто так грустно, да? Подхалтуриваешь. А ты знал эту хрень, когда ты на переднем, у тебя задний все равно немножко помогает? Поэтому они так хорошо едут. 10%, это вроде маленечко. Ну да, 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 помогает. Что, от бутылки еще подальше? Да, давай от бутылки. Сыграем в бутылочку. Так, Дастер. Передним. Да, легко. Итак, четырка. Дубль еще один. Во! Все, два победителя. Андрюх, уже все как на Дакаре уже. По жесткому грунту прет, надо редуктор пониже, немножко сцеплением понять, короче, ну, тяжеловато. Слушай, а у тебя какой, кстати, мотор? Ты турбо, не турбо? 1.6. 1.6, ни хрена себе. Вот это она прет. Да, думает, хрен ли заеду. Один раз живем. Чтобы Шкода и не заехала, все, есть. Самый проходимый. Итак, решил закрепить. Но не так просто. Забрался вообще, это просто моща. А задним? Я даже давай. Так, джип на заднем. Шевроле. Грязи много, толку нет. Твои прогнозы по поводу покорения песочных препятствий? Вот мне самому интересно, как доедет у меня москвич, до середины горки или до начала? Или вначале развалится. Или через метр я сяду, потому давай. Что песок, трактора, это такие вещи, но они несовместимы. Тихо, поехали, дед. Так, пока Андрюха переливает бензин, кстати, из нашей экстремальной канистры от компании 4x4 Sport, которая все-таки пригодилась. На зеле, слава богу, не пригодилась. Ну, она бы не сильно, конечно, помогла, но и была. А здесь с москвичом это полбака запаса. Так, Прадо пробует заехать, сейчас я попробую на... Почти все. Где Саша?
ну, в режиме песка не срывает, короче, резко. То есть он в пол жмешь, тут мотор как бы 200, то есть он, ну, мощности ему, по идее, хватило бы, чтобы срыть. Но он вроде даже с отключенным антипробоксом, но так деликатненько едет. Минус плоских баков, как на москвиче, в горку все топливо уходит, когда его мало в баке. Рассушаешься сразу. Не, еще двадцатку залил, не забирает, нифига. Надо на ровное вставать. Оп. В таком случае надо делать какие-то отстойники дополнительные, чтобы где-то бензин сохранялся. Чтобы у нас в отстойниках сохранялся, чтобы не заглохнуть горку. Короче, москвич — машина, которая предназначена изначально заводу для езды по исключительно ровным, без воды дорогам. Ну, либо с целым баком надо ездить по горкам. Ну, а кто на москвиче с целым баком ездит? Ну, согласен, бедные люди. Знаешь таких? Все люди. На шестерке у меня четверть — это уже целый был, я когда ездил. То есть у меня лампочка — это мало, а четверть — это уже целый. Вперед немножко. Оп. Подъезжай! Так, на следующий подъем приехали. Здесь чуть более плавный заход, поэтому многие смогут сильнее разогнаться, куда это у меня разгонялся. На равчике традиционно попробуем без разгона зайти, посмотрим, что получится. Кочка аккуратно. Четырка. Вылетает. Можно поменьше разгон. Друзья, буквально 30 секунд вашего внимания. У меня отличная новость. Продолжается конкурс с розыгрышем рации Baofeng. Рация, предоставленная дистрибьютором Baofeng в России, интернет-магазином baofeng.rf. Ссылки есть в описании. Сами, к слову говоря, мы используем именно такие рации. Отлично они себя зарекомендовали. Хорошие, надежные, удобные, с фонариком. Для того, чтобы выиграть комплект из двух, полный комплект с зарядными устройствами, из двух таких раций, вам нужно всего лишь написать любой комментарий под этим видео и сделать репост этого ролика к себе в ВКонтакт. И уже в следующем выпуске мы определим победителя. Я пожелаю вам удачи в этом конкурсе, ну а мы продолжаем. Все таки стоят, ну нафиг. Так, все, в сторону, в сторону. Не, надо ограничить, короче, это разгон. Сейчас все будут заезжать. Так непонятно будет, кто круче, кто нет. Потише тут, потише, Кочка. Грязевая, ты чё? Вот отсюда вот. Доехал. Так. Давай, четырка, давай, топ, нет, только не это. Держи, а то сбежит. Ручник поставил. Давай, вот это прям видно, джипер рулем болтает. Надо задом попробовать. Задом попробуй. Задом? Давай. Эх, что-то не воткнулось. Не. Здесь, кстати, чуть полегче, на мой взгляд, чем вот на предыдущей горке, потому что как пожестче покрытие. Здесь все-таки дорога. Отсюда. Не воткнулось, не воткнулся, передач. Не, у меня тормоза АБС так работают. А. Так, Toyota. Прям вот тут на грани. О, красавец. Пакетики пассажирам раздал? Да. Да, нормально, все. Вот трактора. Ну давай. Не. Тихо, тормозов у него почти нету, так что аккуратнее. Заехал.
поехал задом. Итак, Nissan Куб. Ну, почти. Нарыл поглубже, чтобы никто другой не заехал. Каково ощущение не на полном приводе? Давай, почти зашел, чуть побольше разгончику зайдешь. Это субариста в прошлом, если помните, черный отважный Субарь Форестер с ноздрёй. Нынешние цены на бензин, увы, заставляют субаристов пересаживаться на малолитражки. Оп, свою же яму. Но субаристы не сдаются, или сдаются, или не сдаются, не сдаются. Опа! Красавец. Ух ты, даже фору взял. Так, если Шкода отсюда заедет, он будет прям лучший. Но нет, не заедет. Вот, ну вот так нормально, как раз. Все, вот от конусов, по идее. Должно хватать, да, от конусов-то. Во, во. У него первая достаточно длинная, на самом деле. Заходим. Так, давай, 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 через, давай. Блин, да что ж такое-то, а? Как в Китае люди по горкам-то ездят вообще? Давай. Прям первое держи, пол. Все наверху. Блин, прям так тяжело дается. Так, BMW у нас полный привод, корпус ему. Давай вот отсюда. Как Прада. Как с Прадиком. Во. Давай. Ох. Ну ладно, как так? Слишком он хорошо едет. Тихо, там люди. Тихо, тихо. Москвич сломаешь, аккуратнее. Андрюх, Веста СВ Кросс, 1.8, а чё, где 1.8-то? Как будто 1.4. Давай, жми. Полный привод бы ещё, вообще смысла не будет. Всё, забрался. Вот отсюда. Это Нива, это полный привод, блокировки все. Должна зайти Нива. Так, вот отсюда. Всё, можно. Итак, надо, чтобы кто-то не заехал. Все, можно ролик для инстаграма делать. Типа, москвич заехал, Нива не заехала. Нива, кстати, Бронто. Хитрая Нива. Поехал. Я думаю, тут тазы не пройдут. Да. Сочняк. Сочняк. Сейчас на москвиче сюда влетим. Посмотрим, что будет. А как тут застрял все уже? А я не знаю, что ты ехал и потом раз и. Так, попробуем рафчиком вынуть УАЗика. Здесь самый кайф, что. Ну, попробуй вот сюда вкрутить. Вообще туда проушина. Есть здесь проушина, не надо ничего вкручивать. Надеюсь, она для буксировки как раз. Ну, должна быть. Опа, песочек посыпался. Пролезет палец туда. Ну, это входит. Проушина небольшая, соответственно, машина кроссовер.
Ну, оно как бы и нормально. Хорошо, что есть, как говорится. Он застрял. Кайф. Как я люблю, когда на битве тазов застревают джипари. Ра-т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 а. Рядом. Давай вот тут рубани поддернешь. Почти, почти. Андрюх. Давай рядом рубани, поддернешь. Я боюсь, не стащит меня сейчас. Местные подъехали. Что, застряли, да? Так, пока джипы сидят, местные едут. За пивом, за спиртом едут, да, у них это? Это их дорога домой, да, местных. Пошли в Вальск лучше. Все. Хорош, нарубился. Так, здесь тем временем спасают. Что-то аж УАЗик захрустел. Еще один! Чуть-чуть! Хорош! Хорош! Что, у тебя есть варианты, как можно проехать там? Да можно, просто, блин, не хочется кузов портить, там только к кустам ломиться, короче. А прямо туда? Сейчас минус зеркало, минус фара. Я могу проехать, но... Будет потом у нас в ангаре. Вообще пригодилась лопата, бывает же такое. Такой возил. На битву тазов. Да. Сейчас мы на разгоне. Вазу, конечно, было бы логично. Так, детей там аккуратно. Тут как на зеле камеры нету. Аккуратно, только не налево не свалить. Так, Андрюха идет ва-банк. УАЗ там не прошел. Давай. О! Все. Там жестко. Я еще сделаю. Едет еще. На какой доски б не было, может, прошел. Ну все. Стой. Погоди, дай заведется. Не нашел еще? Ищет. Это точку G. Да, точно. Нифига себе, Нива, давай. Рывочек небольшой. Еще, Нива, давай еще рывок. О, проехал. Вот они, как ули. Хорош. Итак, посмотрим, как Нива проходит.
блин. Давай так подтащим, не спускайся. Прада так и тросом дергает, выдернуть не может. Че, как ощущение, когда ездишь рядом с Прада? Да, главное на шоссе видно, видишь? Да? Раздашь, легкий. Все, выехал. Прада туда протащили, сюда протащили, считай, покатался. Ну да. Не, ну на шоссейке, ну видишь, ему надо ходу, но можно повредить кузов, поэтому очковаться. Трактора погрызи, прям вообще хрен значит. Топ, короче. Что-то мотор кажется... троит, короче, сейчас. Катушка, походу, перегревается и начинает троить. Катушку менять. Все, вышел. Так, в эту горку мы пускаем полный привод, дадим отвести полному приводу душу и космича. Заехал. Так, дальше у нас Прада. Все. Все, пробуй. Народ, аккуратно, машина. Так, Прада против москвича первый. Желающий. Ну, кстати, так вот натужненько заехал. Да как так-то? На полном давай вот отсюда. Вторая, нифига себе. Вот это заруба. О, шоссеечка. Блин, ну чё он так прёт, а? Ну не должен же. Оп. Тихо. Так, немного больше разгона. Давай, УАЗ, заполз. Там лужа глубокая. Да. Опа, хапанул воды. Все, постой, проб здесь. Так, хапанул. Постой, погазуй, нормально пройдет. Туда он вправо, в сторонку отъедет, погазуй, постой. Это завод, вот, мне чем нравится, в отличие от таких, ну, чуваков на навороченных джипах, короче, они эти тазики знают вдоль и поперек. Видишь, он сам все разберется, все сделает. Да, ну, тебе можно даже можно из машины не выходить. Я на самом деле, когда вот на тазу ездил, ну, на десятки, на шестерке тоже все вдоль и поперек знал. Мне никакая помощь не нужна была. Конечно, мы подвески во дворе перебирали на лавочку. Ну, а сейчас, видишь, на УАЗике езжу, уже типа гарантия, сервис, там, обслуживание. Уже я даже хрест знаю, что там к чему прикручено. Он там заглох посреди дороги, даже не знаешь, куда лезть. А с тазиком там сразу все понятно. Там, тут, да. Тут, там. Это заводы. Это заводы москвичеводы. Один едет, другой не заводится. Толкай его в бок прям. Ты как на угнанный. Каждый раз там провода какие-то. Ты что ездишь, что заводишь, как на угнанный. Давай потихонечку пойдет. Ты не газуй только. Давай, давай, давай. Все, навали чуть-чуть. Сейчас, погоди, давай, втолкну, сейчас пойдет, давай. Я вообще без меня не едет. Толкаю и едет. Я один горшок заменяю, получается. Вот бочком.
О, быстро завел сегодня. Как показала вот сейчас практика, очень хорошо помогает вот этот режим, вот грязь. То есть вот я его включил, и прям вообще, ну, машина поперла. Закидал прям мощно. А? Закидал нас. Еле успели окно закрыть. Рамик приезжал, закидывал на этом нарафчике. Слушай, на рафчике там режим, и что-то щелкаешь, работает прям. Слушай, я говорю, сначала застряло, потом поехал. А я там разные пробовал, короче, да. Грязь включил, короче, на грязи поехал. Ну что они делают? Ну он типа по блокировке жестче просто работает, с имитацией начинает. Ну смотри, сразу поехал. Вот так вот завал. А режим включил, поехал. Классная штука. Я начинаю. Ну что, друзья, битва тазов подошла к концу. Как, на ваш взгляд, показали себя участники, пишите под роликом все ваши догадки, почему кто-то ехал, не ехал. Все, что успели заметить, все пишите в комментариях, ничего никогда не держите в себе. Как вам Космич, как вам Toyota RAV4? Машина ехала просто на все бабки. Равчик сегодня сделал просто все, что мог, на мой взгляд. Очень хорошо себя показал, ниоткуда его особо не дергали, даже спас один раз УАЗа. По поводу тазов, пишите, кто самый классный, кто вам понравился. Ребятам будет приятно, если вы кого-то из них отметите. Все они старались, ехали сегодня, вот, поверьте мне, прям на все деньги. С вами был Алекс, Андрюха, Космич, Раф, битва тазов, куча крутых заряженных тачек. Ставьте лайк, если любите битву тазов. Рассказывайте об этом ролике друзьям. Всем хорошего настроения, чао!